Около 40 бесплатных онлайн-курсов запустят в МГУ. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Агентство новостей «Москва», по данным пресс-службы университета, сообщает о том, что в новом семестре в МГУ имени Ломоносова запустят более 40 бесплатных онлайн-курсов. Запись на бесплатное дистанционное обучение продлится до 16 октября. К изучению научных курсов от преподавателей Московского университета присоединятся более 55 тысяч слушателей. Отмечается, что каждый из онлайн-курсов является полноценной образовательной программой. При успешном завершении обучения можно получить сертификат МГУ о прохождении курса. С 2013 года МГУ использует собственную платформу открытого образования «Университет без границ». На ней размещено около 40 курсов дистанционного обучения. В 2017 году количество слушателей превысило 100 тысяч человек. На этом у меня все. Еще больше новостей столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!